Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Я открыл сундук арены, и вот что мне выпало. 16 копейщиц, так, денег 16 тысяч почти. НЛО, храмовый пес и ракетный бот. Ладно, сгодится. Ну, а мы с тобой сейчас быстренько пройдем еще раз ареночку. 57 уровень, ну это смех на палке. Здесь достаточно будет одного Ронина, чтобы он их всех тут раскидал. Не веришь? Сейчас увидишь. Нам нужно с тобой накопить 175 энергии и выпустить Ронина. Смотри, с удара сейчас несет. Ха! Изи. Отлично. Первое место, и так оно сохранится у нас. Даже переживать не стоит. Так, а что у нас в магазине? А в магазине мне не дали даже бесплатной карточки. Почему-то, как ни странно. А раньше давали, а сейчас нет. Ну, зато мы выполнили с тобой квест «Охотник за сокровищами». Окей. Ну что, друзья, давай-ка, наверное, посмотрим, что у нас за испытание здесь. Потому что разыгрывается друидка. А друидка — это очень хорошо. Значит, здесь копейщица, паладин, маг и сама друидка. А кого мне можно будет выбрать? Слушай, неплохо. Я думаю, что мы, наверное, подеремся здесь. За друидочку, как говорится, стоит подраться. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой возьмем, не знаю, ведьму. Или тоже друидку нам лучше. Давай друидку возьмем. И последний боец это будет у нас... Кто же у нас будет последним бойцом в нашей команде? Вопрос интересный. Может быть, взять и ниндзю? Нет, нет, вот, мы возьмем с тобой, наверное, чумную мышь. Или прыгуна. Или джаггера. Ладно, возьму чумную мышь. Давай, ребят, посмотрим, смогу ли я в отряде, нужен хотя бы... А, башню не взял, елки-палки. Вот это да, вот это я бегу вперед паровоза. Конечно же, башня моя супер-ультовая. Вот, теперь поехали. Три попытки, как вы помните. Три награды. И я надеюсь, что у нас все здесь получится на изи. Башня, конечно, противная, потому что у нее баф отражение урона. Не стоит об этом забывать. Ну, начнем по стандарту, да, с нашего мага-воина. Опа, 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 копейщица, ты тут не вовремя, если честно. Так, давай, Коронин, выбеги, молодец, Малорик, красавчик. Давай, 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 с постепенным, ой, с отражающим уроном то, что нужно. Опа, копейщица, вообще здесь слабачка. Так, а вот это вот плохо, отражение урона повесил. Тогда берем с тобой нашу баллисту и зарядим ульту. Давай, чумная родная моя, бомби. Тебя может только лишь паладин убить в этом отряде. Ронин, ну мог бы быстренько прибежать. Нет, идет. Главное, чтобы не вышла друидка у них. Остальное все ерунда. Хотя никто здесь не выйдет. Все, ребята, я тебе могу сказать на 100%. Довольно изичный уровень. И мы с тобой получаем 23 карточки на друидку. Это еще не конец. Это только начало. Потому что мы идем с тобой за второй попыткой. И будет абсолютно такой же отряд у нас. Абсолютно. Так, Ронин. Возьмем мага-рыцаря. Здесь, наверное, можно будет взять... Нет, все-таки я чумную возьму. И последний, это, конечно же... А давай сыграем через ведьму. А я все равно, что друидку, что ведьму, я их не успеваю призвать. И незачем, в принципе-то. Ну-ка. Давай немножко распетрушим этот улей. А то они, смотрю, там засиделись уже давно. Надо их маленечко разворошить, чтобы пришли в чувство. Ну что, мак-рыцарь, ты готов? Погнали. Сразу выпускаем Ронина следом, да? Ну-ка. Ай, не побежал. Так, ну паладин-то хорошо жарит, смотри. О, мага тут не хватало мне. Так, надо ульту применить. А то он тут, смотрю, раздухарился. Ронин, выбеги, пожалуйста. Вот, красавчик. Все, базе хана. Ну тут уж больно быстро мы с тобой справились. Но если честно, это заслужено. Получаем 13 карточек на друидку. Кстати, надо будет потом глянуть, сколько нам вообще нужно еще карточек, чтобы насобирать 5 звезд на нее.
Так, ну что, берем с тобой базу. Базу взяли. Так, Ронин, родной, возвращайся. Маг, рыцарь. Баллиста. Возьмем с тобой ведьму. И последний у нас кто был? Чумная мышь. Окей, все, поехали. Последняя попытка, последние карточки. И будем с тобой переходить уже на основную сюжетную линию. Начинаем, как всегда, с набора магии. Без магии нам, как говорится, здесь делать нечего. Все очень дорого стоит, поэтому надо накопить. И выпускаем, конечно же, нашу красавицу. Так, она вперед пошла. Ронин, выбеги, пожалуйста. Сделай красиво. Вот, красиво сделал, молодец. Хвалю. Так, вызываем теперь чумную. Ай, маг, это плохо. Маг, это плохо, ребята. Надо его убрать отсюда с дороги, пока он тут делов не наделал. Так, ну что, паладина сейчас вызовет, да, как всегда? Ну, естественно. Кого он может еще призвать? Паладин, копейщица там. Ну, все. Тут без вариков. В общем, ребята, мы прошли с вами полностью это испытание. Полностью забрали всю награду. Опа, 8 карточек. И теперь зайдем с тобой, пожалуй, в армию. В армию и посмотрим. Друидка, она у нас... Так, подожди, она у нас вот здесь, по-моему, да? Или нет? Нет, ребята, она у нас не здесь. Она здесь, получается, да? О, вот. Ох, ё-моё. 1500 пока у нас карточек. То есть, как минимум, еще нужно 565. Ёпарсты, почти 600 карточек. Ладно. Надеюсь, скоро набьем. Ну что, друзья, отправляемся с вами на основную сюжетку. У нас с вами третья миссия. Мы с вами на фабрике роботов. Поехали. Значит, молотильщик, бомбер и толкатель. Самое вот противное, что толкатель здесь. Нам нужно как-то быстренько его шлепнуть, чтобы он не стал никого отталкивать. Хм. Если я возьму... А я возьму. Я возьму именно этот отряд. Во-первых, не такой дорогой, ну и довольно-таки сильный. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, молотильщик, успокойся. Ну! Давай, кумарника этого засранца. Вот так вот. Правда, ХП отнял очень много. Окей, давай, голем, выходи. Вот бомбера тут мне не хватало. Бомбер — это плохо. Да ну! Ты посмотри, что делает, а? Этот за серия. Ну-ка, давай-ка так вот попробуем. О! Ну, молния, как всегда. А, нет, оглушили мы толкатели с вами. Надеюсь, не вылетит? Нет, пила не вылетела, слава богу. Так, толкатели сейчас запинаем, надеюсь. Оки-доки, погнали далее. Тут главное, чтобы у молотильщика не сработала ульта. Вылет пилы. А иначе будет крышка. Да что так долго-то с ним разбираемся-то? Я не могу понять. Но! Давай оглушим. Окей. Получилось. Так, заморозка у нас летит, летит, летит. Оп. Блин, какой-то. Я не понимаю, что происходит здесь, а? Что у него там за молотильщик такой имбовый? Я не врублюсь. Я вообще-то рассчитывал на этот отряд, если честно. Думал, что он у меня здесь справится. В принципе, все хорошо. За исключением, что он постоянно выбрасывает свою пилу. Понимаешь? Вот в этом вот вся его пакость, этого молотильщика. Вот опять, видел? Опять выпустил пилу свою. Блин, может быть нам накоп... А, в принципе, смысл... Да ты смотри, что он делает, а? 45 секунд. Неужели фейл, а? А ведь пахнет этим фейлом. Поверь мне, пахнет. Опять идет молотильщик. Блин, надо было мне тоже взять тот отряд с молотильщиком и в ус не дул бы сейчас. Ай-яй-яй, еще я оттолкнул, а? Ты посмотри, глушим. Окей. Сколько там? 25 секунд. Я не знаю, ребята, есть ли у нас шанс. Мне кажется, никакого шанса у нас нету. Еще бомбер этот противный. Давай, 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 родные мои, погнали, погнали. Сколько? 15 секунд. Без вариков, по-моему. Просто без... Еще я толкнул, засранец этот. 9-8 секунд. По-моему, нифига не получится. Не успеем, да?
Сейчас выйдет толкатель, все заблокирует. Да нет, мы даже по времени не успели. Эх, грустно-то как это осознавать. Мы победили, конечно, да, но не с тремя звездами, поэтому, друзья мои, будем переигрывать. Я просто не ожидал, если честно, что вот именно так пойдет все. Молотильщик начал выпускать свои пилы постоянно и сносил моих юнитов. Чтоб такого впредь не произошло, берем с тобой вот этот отряд. Потому что здесь у нас есть всадник на журавле. То есть на пилу ему по барабану. Урона он получать не будет. Толкатель его, по-моему, тоже толкнуть не сможет. Бомбер, да, бомбер, по-моему, может. А, нет, даже бомбер не сможет подбить его. Так что мы сейчас с тобой просто... Ха-ха-ха. Окей. Ты смотри, а как он... Вот смотри, он очень быстро выпускает. У меня еще до сих пор откат идет, да? На мою пилу. А он уже свою вызвал. Да, но... Такого быть не может. Это несправедливо, ребят. Это несправедливо. А вот и толкатель пришел, да? Явился, блин, не запылился. Ой, что творит. А ну-ка давай вот так вот ураганчик. Сдуем их всех. Так. Ну ты посмотри, что творит, а? Давай, паладиныч, ты не такой мягкотелый, как остальные все. Ну что, у меня, как видим, уже всадник на журавле начинает бомбить базенку. Начинает бомбить базенку, нам нужно с тобой что сделать? Призвать, наверное, еще одного, да? А что так долго копится он? Давай-ка вот так вот сделаем. Ну, здесь в любом случае мы с тобой пройдем, потому что, ну, никто не может причинить вреда моим всадникам. И они уничтожают. Офигеть. Да, но главное, что мы этот уровень с тобой прошли все-таки с горем пополам. Ну что, переходим с тобой на предпоследний этапчик. Здесь у нас репульсор. В принципе, здесь все изи. Здесь все изи, нам никто с тобой не помешает. И я могу даже, наверное, взять другой отряд. Например. А какой? Вот этот вот. В принципе, почему бы и нет. Поехали. Сейчас начнется веселуха. Ну, во-первых, нам нужно накопить с тобой очень много энергии. Копим. Так, у него там толкатель, бомбер. Ага. Щитобот, кстати, это серьезная проблема. Щитобот-то. А против него кто хорошо идет? Естественно, некро. Но некро очень ватная, ее может любой юнит сбить, особенно летающий. А у него как раз они есть. Некро, ну ты как всегда, пока доползешь, пока там... Вон, летит бомбер. Так, давай-ка вот так, наверное, будем с тобой делать. Клетку, оп. Ох, как мы их заблокировали-то всех, а? Дружненько, пускай стоят теперь, мучаются там. Ураганчик еще вылетел. Так, копим энергию. Толкатель, да, явился, не запылился. Давай еще призываем с тобой некро. Ну, я думаю, что здесь все всем ясно, да? Тут будет... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Не смогли мы вовремя подбить с тобой бомбера. И за это поплатились. Давай тогда вызовем еще грифона. Так, грифон летит. Еще одна некро. Вот так. Нам нужно этого уничтожить, бомбера, как можно быстрее. Окей, заморозка. Слушай, этот отряд как-то не очень хорошо себя проявил, если честно, против этой команды. Много у меня здесь летающих юнитов, я смотрю. Как тебе сказать, а много. У меня только один летающий юнит, но взять еще баллисту, если из расчета, и некро. Короче, дальнобойных юнитов, так скажем. Но главное, что мы уже наносим урон и разбомбили базу. С горем пополам, опять же. Когда изи, это изи. А когда в напряжку, ты сам понимаешь. Ну-ка. В магазине до сих пор ничего не появилось. Новенького для нас. Поехали. Так, последний уровень. И здесь у нас... Ой, елки-палки. Термин 9000. Против него, ребята, я беру свою ультовую команду. Только лишь для того, чтобы его быстренько снести своей супербашней. Но если не получится, конечно, придется разбирать его в рукопашку. Ну, где мои красавцы?
Ну выходите, уродцы, где вы там спрятались? Чего вы там ждете? А, вышел, не запылился, да? Так, надеюсь, отражение сработает вовремя. Давай сюда чумную призовем. Так, мне нужно накопить энергии. Ну что, нет, ульту я тратить не хочу и не буду сейчас. Опа. Изи. Я держу, грубо говоря, руку на спусковом крючке. Если только появится этот халабуда, сразу же его будем уничтожать, сразу же. Ой, молодец, Ронин, ты красавчик. Ты просто красотуля. Вот он, ребята, явился. И отдуплился. Ха-ха-ха. Не зря я держал, да? И причем красным лучом его прожарило. То есть красный луч — это самое мощное, что могло быть у нашей базы. Ну, как ты понял, мы с тобой прошли это испытание. Переходим с тобой на следующее. Так, что у нас тут? Сундук робота, ага. Репульсор, ракетный бот и 12,5 тысяч голды. Вот она, последняя карта у нас на этой миссии. Поехали. Так, значит, у нас здесь крестьяшка и паладин. Крестьяшка — это очень быстрый юнит, поэтому нам с тобой надо взять вот этот отрядик. Чтобы у нас не было, так сказать, спама, будем тоже его отбивать. Ну, куда ты разогнался? Ну, куда ты побежал, а, Ханорик? На! Ну, крестьянин здесь... Ох ты, ё-моё! Крестьянин здесь, смотрите, не такой уж слабон, как можно было бы подумать. Ой, а вот паладин-то это, конечно, плохо. Против паладина что мы с собой можем сделать? Нам здесь нужен вот этот вот парень с тыквой вместо головы, который будет бомбить. Так, давай вызовем ульту. Вызываем с тобой самурая. Ну, тут уже изично будет все. Сам понимаешь, да, почему? Отдай энергию. Так, можно, в принципе, накопить. На кого? На мага? А стоит ли нам копить на него? Ну, а почему бы и нет? Просто для развлекухи. Вот, мы его позвали. Он сейчас, естественно, добредет до туда рано или поздно. Давай еще одного тыквоголового призовем. О, ну тут все. Песенка спета. Но ты не забывай, что это был первый только этапчик. У нас еще впереди 4. И не будем, как говорится, откладывать все в долгий ящик. Пойдем сразу же. Копейщица, да, копейщица здесь. Ну, в общем, это старая команда, я ее помню. Я ее узнаю, и ничего в ней сложного нет, поверь мне. Абсолютно ничего сложного нету. Копейщица та же самая ватная, будет также быстро разбираться. Единственная проблема здесь, это, конечно же, паладин, и все. Но с паладином мы научились разбираться с помощью тыквоголового и нашего мага. То есть дальнобойными юнитами. А вот плохо, когда он вызывает его первым. Это, конечно... Не очень хорошо, ой. Ой-ой-ой, погоди, родной. Куда это ты разогнался? Так, а мне, знаешь, что нужна? Ульта, по идее. И как можно скорее. Так, оглушенный пока паладин стоит. Вот, мы с тобой вызываем ульту. Дальше идет изичная разборка. Окей. Идем дальше. Еще одного самурая призовем. Знаешь, что я сейчас сделаю? Я позову деда. Я хочу позвать деда сюда. Давай, дедуль. О, угрюмый дед пошел. Пошел, родной мой. А, золотая лихорадка, я получил этот, награду за этот квест. Так, давай сердечко призовем. И мага. В принципе, это уже не важно. Сейчас он просто тут разберет базу к ядре нефении. Но, вот, найс. Так, монетка, не улетай. Деньги, ребят, я коплю, знаете, на что? Я хочу пробафать, ой, прокачать полностью нашего босса. Надеюсь, все знают, кто это, да? Лорд пустоты, которого я получил недавно. И вот хочу его прокачать. Он у нас вот здесь, да, в захватчиках. Вот он. Он пока 48 уровня. Становится... Так, каким? Да не хочу я получать золото ваше. 48-й был, да? 58-й. То есть 150 тысяч на 10 уровней слил. Понятно. Ну, а мы с вами продолжаем. В бой.
У нас третья миссия. Так, и тут... Тут грифон. Так, с грифоном лучше не шутить. Все это прекрасно знают и понимают, поэтому... Баллиста, грифон, вот этот отряд мы с тобой и возьмем. Мы его сейчас законтрим с тобой на изи. Против паладина очень хорошо будет играть некро. Но грифон все-таки здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, подожди, подожди, я совсем забыл, я совсем забыл. Джаггер, выходи. Фу, успел, ё-моё. Блин, вот сейчас было бы весело, конечно, сдуться. 275, я вызываю некро. Ой, как она медленно и двигает, а. Ну, слушай, ну дистанция довольно приличная, да, на которую она может вызывать своих вот этих вот черепков, колобков. Так, давай дальше двигаться. Еще одного джаггера призову. И надо подготавливаться уже, как говорится, против... вот он, феникс, ясный сокол, грифончик появился. Так, давай-ка разбирать тут всех. Карточки на крестьянина выпадают, это очень хорошо, потому что крестьянин мне нужен. Он у меня не прокачан. Как ни странно, да? Самый первый юнит, и он не прокачан. Ну, что такое? Почему такой грифон жесткий-то, а? Смотри, непробиваемый. И молодец! Просто взял и двух некро мне снес. Упырь ушастый, а? На-ка вам. Для затравочки. Все, друзья мои, победа за нами. Стоило только подойти второму балетмейстеру. Балетмейстеру. И мы с тобой разобрали все. Но это только начало. Это только разогрев. Здесь кто? Лучница? Ух ты. Отряд тот же самый, поэтому я думаю, что так же будет все изично у нас здесь проходить. Так, у них появляется один дальнобойный юнит. Это лучница. Ну, естественно, мы будем ее контрить нашей баллистой. Он опять начинает, да? Он опять начинает со старого. Так, тихо, 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 отойди. Даже не вздумай подходить, крестьянин. Заклинаю тебя. Отлично. Так, я хочу, знаешь, что сделать? Вызвать... Да, я вызову сейчас жнеца. Пускай-ка он тут разбирается с ними. Надоело мне на них тут любоваться. Давай, некро. В помощь. Нифига он там армию-то наплодил. А вот так вот. Нравится вам, а? Сосунки. Ну-ка, погнали далее. Что-то как-то там заваруха какая-то непонятная. Жнец, а почему ты не плодишь армию себе, а? Из нежити. А нет, делает, делает. Беру свои слова обратно. Ох, сейчас мы тут просто их сметем с лица земли. Так. Ну вот согласись, когда у тебя в отряде есть друидка, твое прохождение миссии в разы быстрее проходит. Ну вот и все. Вот она база. Вот мы ее, ребят, сейчас контрим. И... изи. Победа у нас в руках. Переходим с тобой на последнюю миссию. И там у них будет либо жрец, да, либо кто у них еще там может быть. У людей-то, по-моему, только жрец. А, король может быть. Ну, как мы видим, тут епископ. Жрец, епископ. Давайте вперед, друзья мои. Отряд тот же самый. Как говорится, зло и нежить против добра. Интересно, это голова кого? Какого-то из паладинов, известных воинов. Видите, он с мечом. Хотя, на самом деле, похож больше на Таракошу. Но Таракоша у нас немножко не той внешности. Потому что там, тут как бы больше на какого-то такого, на нормального, да? На европейца похож. А Таракоша — это у нас азиат. Так, ну ладно, давайте, ребят, наверное... Слушай, а паладин-то... Ой-ой-ой-ой-ой, погоди, погоди, погоди. Погоди. Чё тут за фокусы? Что за выкрутасы такие начинаются тут? Ну-ка, грифа, давай тоже выходи. Хватит тут расслабляться уже. Ах ты, смотри, что он сделал. Он уже при... он его уже призвал. А как я так... как это я так упустил этот момент? Слушай, это что с игрой сделали? Сразу при... зашибись. Ты сейчас сам видел, что произошло. Ну-ка, давай вот так сделаем. Думает, мне это
Не надоело все любоваться вот на это? Конечно, надоело. Так, слушай, мне нужен, наверное, жрец. Да ты припух, что ли, блин, а? Грифон, блин. Так, все, короче, достало меня в корень. Так, давай. Родной, выходи. Я тебя сейчас попробую прикрыть. Я тебе сейчас попробую прикрыть. Кем тут, блин, прикрыть-то тебя? Баллистой. Опа. Ты смотри, что творит, а? Ты смотри, что он... Да. Да как так-то? Я никогда вот этому хмырю не проигрывал. И не собираюсь, если честно, проигрывать. 38 секунд, фейл по времени будет. Верно? Верно, ребята, будет фейл по времени. Слушай, у меня такое ощущение, что здесь что-то обновили. Как-то усилили его или что-то в этом роде. Я не... В первый раз вижу такую мощь. Или опять команда у меня негодная получилась. Именно вот для этого всего. Щиты эти вешает, понимаешь, на постоянку он ему. Весь отряд под щитами. Мне просто бы... Да, я уничтожил, но ты знаешь, за одну секунду, ребят, ну... Фейл, у нас время с тобой истекло. Время у нас с тобой истекло. Нате, идите отсюда. Да, конечно, тут епископ дал жазу. Я даже сам не ожидал, а. Вот такие вот, ребят, бывают новости нехорошие для нас. Кто бы мог подумать, что именно так все выйдет. Я бы даже не догадался бы. Ну, видишь, тут медленный отряд. Вот смотри, тут всякие вот эти вот медленноходы. По-другому слов нету, чтобы их назвать. Типа всяких некро. Баллиста, в принципе, тоже не очень быстро идет. Да и при всем при этом они очень дорогие. Ну, как сказать, мы этот уровень с тобой пройдем, но нам придется его переигрывать. Нам придется переигрывать, потому что две звезды меня не устраивают. Я хочу получать полную награду, а чтобы полную награду получить, тебе нужно пройти все идеально. Поэтому переиграем. И заметь, он очень быстро вызвал себе епископа. Очень быстро. Так, у нас еще... А что, у нас не прокачано? Ох, ё-моё. У нас еще, оказывается, крипта-то не прокачанная до конца. А я-то думаю, что такое? Понятно. Ребят, ну, с вашего позволения, я все-таки попробую переиграть. Так, значит, что мы сюда с тобой возьмем? Что мы с тобой сюда возьмем? Какой отряд? Вот этих, что ли, взять? Нет, это как-то неподходящие. Неподходящий. Я бы вот с удовольствием бы убрал бы отсюда богиню солнца и взял бы нашего босса-захватчиков, да? Лорда пустоты. Ладно, давай попробуем этим отрядом. Здесь все-таки друидка, главное ее нам призвать. А сам дальше же знаешь, что пойдет как по маслу все. Раз он вызвал быстро своего епископа, я попробую сейчас то же самое сделать. Не уверен, конечно, что успею и получится, но я попытаюсь. Так, нужно всего лишь 500... Ладно, прикроем пока тылы. Я думаю, что щитобот справится же. Да, должен, конечно, справиться. Кто там у него? Всякая шелупень идет. Ладно, вызываем с тобой друидку и дальше все по нашему жанру. Давай. Главное, сейчас друидка начнет выставлять тотемы. Ну, а дальше ты сам прекрасно знаешь, что это будет. Так, погнали. Тут у нас и хилищи, и тотемы стоят. Ой, вообще красота. Просто. Вот именно за счет своего грифона он меня... Смотри, видишь, он тоже уже призвал. Может быть, разработчики посмотрели мои предыдущие видосики и немножко были удивлены, что боссы их не выходят порой в бой. И они их как бы ускорили. Кто их знает, ребят? Так, ладно, давай бомбим. Ну, ты сам прекрасно понимаешь, что здесь победа будет за нами. Причем вообще просто смяли и не поморщились. На изи. О, карточка на грифона. Редкая штука. Все, 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 все. Там тотемы стоят. Там просто урон идет. Я, правда, не вижу никаких тотемов. А вот красный на урон идет. Синий на отхил. Короче, с друидкой жизнь мила просто-напросто. Ты проходишь, даже не замечаешь, кто там перед тобой стоит. Какой враг. Просто сметаешь.
Слушай, ну я доволен, что мне дали фехтовальщика и вот этого вот маленького эльфа. И вот награда наша. 15 карточек на короля. Так, 14 карточек на репульсора. И на ракетного бота. Ну что, а мы переходим с тобой в следующий портал. И как всегда, ребята, у нас начинается с нежити. Потом идет завод роботов. Так, это долина подданных у нас. И опять же нежить. Даже нефритовая долина будет. Окей, меня этим не напугаешь. Начнем вот с нежити. Поехали, ребят. И значит, у нас тут зомби и зомби-камикадзе. Против них мы с тобой... Так, это у нас быстрые юниты, которые появляются. Значит, с тобой делаем вот так. Берем этот отряд, где у нас есть самурай и мечник. И начинаем именно этим отрядом играть. Быстрого зомби, естественно, мы с тобой будем спамить, контрить. Так, давай. Раз он будет вызывать... О, а вот это вот похуже, вот это похуже. Сейчас весь мой отряд здесь-то и поляжет. Главное, чтобы он урон не нанес базе. Это самое главное. Так, нам нужен кто-то, ребят, посерьезнее. Кто-то посерьезнее, а кто у нас посерьезнее? Тыквоголовый. Да-да-да, именно тыквоголовый здесь нам понадобится. Куда ты прошел? Да уйдите вы к ядре не фени, а. Давай, пошел, мечник. Так, самурая вызовем. И после этого уже надо будет вызывать, наверное, все-таки нам мага. Так, карточку отдай сюда. Так, маги... Ай, мага ждут. Он же стоит 350. Так, надо тогда самураем прикрываться. Вот, я вызываю сюда мага. Мага на татами. И мечника. Ну что, разберем? Ребятушек, разобрали уже. Так, применяю ульту. Ну и дальше все как по написанному, ребят. Да еще и ускорение дали. Отлично. У меня, как говорится, вопросов нету. Ну и переходим с тобой на следующую баталию. Это у нас вторая миссия. Смотрим, здесь когтистый прибавляется. Когтистый. Как нам его лучше бомбить? Хм, давай попробуем вот этим отрядом. Я думаю, что от нас не убудет. Попробуем этим отрядиком. Так, ну что, первый, по идее, должен у нас выходить голем. Потом на всякий... Ой-ой-ой-ой-ой, тогда лучше здесь вызывать ниндзю. Здесь лучше вызывать ниндзю, вот так вот. Ой, блин, когтистый, он... У него размах... Блин, не так, так, так. Все-таки ниндзя выжила, и это хорошо. Ниндзя очень быстрая героиня, да? С офигенным дамагом. Поэтому, если ее держать, как говорится, под прикрытием, она будет наносить колоссальный урон. И никто ничего ей не сделает. Она может также и дальнобойных юнитов уничтожать, и воздушных юнитов. В общем, хорошая поддержка. Ну, а мы с тобой довольно легко так прошли второй уровень, что переходим уже на третий. Банши. Вот с Банши большие проблемы у нас, потому что, вы помните, ионный вопль может оглушить моих бойцов. Но, конечно же, когда оглушенный боец стоит там 2 секунды и ничего не может сделать, это очень хорошая нажива для врага. Поэтому начнем вот так вот. Кто там вышел? Окей. Так, здесь уничтожили, вызовем голема. Ай, вот отравляющая лужа, это, конечно, плохо. А вот и Банша явилась, не запылилась. Так, опять начинает орать, но у него ничего не получается, это хорошо. По-моему, слушай, тут изи. Смотри, что происходит. Нормуль. Я даже сам не ожидал, что так будет хорошо. Давай, 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 продавливаем, продавливаем. Есть. Карточка на крипту. Слушай, а крипта, по-моему, у нас полностью с тобой, да? Прокачана. Ну, я имею в виду фулл звезды. Я вот не помню, дай-ка гляну. Крипта. Это у нас на нежити. Как так? 3 звезды всего лишь. У крипты 3 звезды? Я даже не знал этого, что у нас, оказывается, непрокачанная база. Хм. Да, вот тебе и фокусы. Покусы. Так, а тут-то у нас
Ну да, три звезды, ребята. На самом деле это не дело. Это не дело. Слушай, а вот этот вот завод, он имеет у нас 4 звезды. Он где-нибудь у нас стоит или нет? Так, а что у него там? Массивный удар, надолго оглушающий врагов. Надолго оглушающий врагов. Секундочку, секундочку. Я что-то не могу понять. А, так он... Подожди. У нас здесь он стоит? А крипта где тогда была? Тьфу ты. Понял я. Крипта у нас находится на совсем другом отряде. Надо было вначале посмотреть, что у меня за отряд. А я что-то на... Ну да. Вот, вот на этом отряде стоит крипта. А там стоит у нас раскат грома. Нет, ну если крипту прокачать, вот, например, видишь, тут... Опачки! Погоди, погоди, погоди. Это нежданчик для меня. Так, ждем, ребята, ждем. Вызываем. Хорошо, что у него не было этой ульты, не сработало, да? А так бы сейчас начал бы тут развлекуху свою. О, кстати, этот робот идет. Ой, робот, о чем я уже говорю? Зомби, конечно же, зомби. Когтистый. Постой маленько, подумай своим поведением. Опа, еще, ребята, еще один прыгун. А вот здесь уже сработало, да, это ульта. Он там всех почикал за серией этакий. Да кто же уже там Джаггер-то моего накрыл, а? Как они это посмели сделать? Окей, следующий, ребята, прыгун. Именно вот этого я и боялся. Нанесли урон. А мне некого было выставить, понимаешь? Все, ребят. Короче, я здесь делаю ускорение. Не хочу время зря терять. Трындец. Опять за свое, а? Еще урон получили. Зашибись. Так, слушай, надо что-то думать. Надо что-то думать и предпринимать. Но это не годится. У меня есть... Кстати, я же могу применить... О, видишь, что делает? Просто разносит всех. Не знаю, сможем ли мы уничтожить ему базу. Я попытаюсь, конечно, сейчас это все сделать. Да. Ох, ёпарасетешечки. Прыгун всю малину испортил. Абсолютно всю малину испортил. Да не надо мне никуда, чего вы там. Значит так. Против прыгуна хорошо будет вот эта команда. Тут есть у нас щитобот с очень хорошей защитой. Также у нас тут есть паладин. В общем, все, что нужно. Ну давай, выпускай своего прыгуна. Где он там у тебя? Не хочешь? Вот, выпустил. Так, паладина не забываем. Сразу же, в первую очередь. Ну, прыгай. Оп, прыжок веры сделал. И теперь мы начинаем его потихоньку бомбить. Так, 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 давай, 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 родной. Отлично. Так, он знает, что следом еще одного прыгуна должен запустить, по идее. А вот он. У нас как раз... Ать! Успел? Успел. Погоди-ка, блин, а почему его не сдуло? Кто мне объяснит вот это вот? Его должно было сдуть. Но, видишь, как не сработал почему-то. Когтистый, отвали, а. Так, вот он следующий у нас. Ну, я так понимаю, что тут, ребята, все. Можно расслабить булки и на изи проходить, не боясь уже никого. И ничего, естественно. Так, когтистый тут начинает, как всегда, ерундой страдать своей. Давай, 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 давай. Не-не-не-не, парень. Против паладина твоя ульта не прокатит. Все. Что и требовалось доказать, мы с тобой прошли этот уровень. Так, и переходим, по-моему, на последний, если я не ошибаюсь. Последний, смотрим, кто здесь. Прыгун, банши. Я не меняю. Я не меняю своего отряда. Мы будем с тобой именно им проходить. Копим энергию, как всегда. И готовимся к прыгуну. Хотя, мне кажется... Ага, банши вызвал. Секунду, секунду, давай вот так вот сделаем. Слушай, а банши может подбивать воздушные цели или нет? Я вот не помню, если честно. Сейчас проверим заодно. Погоди-ка, куда это ты разогнался, родной? Может подбивать.
А ну-ка, ураганчик. А если еще и заморозочку? Так, снесли. Бомбануло. А вон и прыгун появился, да? Ой, даже не успел дойти. Так, отлично. Этого разобрали. Я просто боюсь, что прыгун выйдет с секунды на секунду. Хотя тут и этот может выйти. Вот он, явился, ёпрасоте. Давай, родные мои, бомбим этого жнеца. Что, не получилось, да? А, не, вышло, вышло все, ребята. Все очень даже хорошо получилось у нас. Успокойся, родной. Отдохни маленько. Быстро мы с тобой жнеца снесли, конечно. Ой, жнеца, елки-палки. А чем я говорю? Какой жнец? Жнец это... А, ну да, жнеца. Я уже все путаю, ребят. Я думаю, что жнец у меня же друидка. Значит, правильно я сказал. Жнеца мы быстро снесли. Так, прыгун, отвали. Все. Все, ребят, прошли мы с вами этот уровень. Переходим, конечно же, на следующий. Только вначале посмотрим, что... Что нам здесь выпадет за награда. Слушай, ну неплохо. Неплохо, я тебе скажу. Переходим с вами на завод роботов. Ага, Джиггернаут и Репульсор. Старая команда. Они работают всегда в паре. Так, секунду, а у нас... ну, в принципе, можно вот этой командой попробовать бомбануть. Репульсор, да, он имеет такое свойство отталкивать наших бойцов от себя с помощью этих боксерских ударов. Ну, а Джиггернаут, вы все прекрасно без меня знаете, на что способен. Поэтому надо как-то, я не знаю, в кучке их выпускать, именно жабу с молотом, плюс голем, и плюс желательно сюда сразу выпустить ниндзю. Вот видишь, что он делает? Отталкивает, отталкивает наших бойцов. А если мы вот так сделаем? Оки-доки. Все сработало. Немножко оглушили их. Ну, хорош, 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 хорош. Там заваруха такая, офигеть. Так, еще одну ниндзю позовем. Ох, вдвоем они тут дадут джазу. Ну и разбираем, наверное, базенку, я так понимаю. Нечего на нее любоваться. Так, давай еще жабу с молотом позовем. Карточка на репульсора выпала. Ульта. И базе хана. Вот это было легко, называется. Это было очень просто. Но радоваться еще рано. Мы с тобой переходим на следующий этап. Здесь наверняка у них будет термин 9000 был. Скорее всего, будет этот ядерный робот. Босс. Ох, просто тут толкатель. Тут, друзья мои, толкатель. Блин. А чё так рано его дали-то? Обычно он с третьего, по-моему, эпизода начинается. Почему сразу же его включили в бой? Ладно, у нас, как говорится, не спросили и спрашивать не собираются. Наше пожелание. Будем отбиваться. Ну, понятно, как всегда. Как, блин, вот голем против, конечно, это плохо. Он слаб. Он слаб. Да ладно, уже идет толкатель. Ё-моё, ребята. Быстрее, быстрее, быстрее проминаем. Может, кого-нибудь успеем забомбить? Застанили? Есть, отлично, хорошо. Давай, 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 давай. Есть, упал ханорик этот, толкающий. Толкающий ханорик упал. Еще один, ребята, на подходе, блин. Продвигаемся, 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 отлично. О, нормуль. Слушай, хорошо, хорошо у нас получается. Очень классно. Ниндзя, как говорится, свое дело делают. Но остальные ребята тоже не дают промаху. Так, давайте я заберу монетку. Монетку, говорю, заберу. Трындец, а нет, успел, успел. Успел монетку собрать, успел и базу разбомбить. Все, друзья мои, переходим сразу же на следующий эпизод, третий. Так, ой, робот. Ну, в принципе, ребята, если не стоять на месте и двигаться, а у меня нет таких юнитов, которые будут стоять на месте. У меня тут постоянно в движении все. Делаем немножко ускорение. Я забыл совсем, что мы с вами на ускорении играем же в последнее время. Так, и начнем. Погнали. Так просто и быстрее, да? Потому что я больше уверен, что именно в этом
задание мы с тобой пройдем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Явился, блин, не запылился. Бамс, вот это было плохо. Вот это было сейчас плохо сделано. Но там толкателя нету, нет, по-моему, здесь толкателя. Что-то как-то тут происходит непонятные вещи. О, ускорение. В кого сейчас? В ниндзю, да, бомбанет? И БФГшки, и ниндзя там. Не успел ни в кого ударить. Его моя БФГ пробила лучом. Вот что я тебе хочу сказать. А? Красиво, красиво сейчас было сделано. Так, карточку на репульсу разбираем. Хорош там пыхтеть. Ну все, тут уже победа за нами, ребят, ну сами видите. Сейчас мы его промнем хорошенечко здесь. Так, ниндзя, ты бежишь? Бежит. Все. Что и требовалось доказать. Ну а мы с вами продолжаем. И у нас какая там, по идее, предпоследняя миссия. Опа, а здесь кто у нас? У нас подключается к бою робот, как же его звать-то? Бот-паук. Бот-паук, слушай, подожди, а кем, каким отрядом я должен здесь бомбиться? Ультой. А почему бы нет? Ультрабригада моя выходит в бой. Она как раз была в свое время как-то подточена под бота-паука, потому что он меня очень сильно раздражал. Ну и сейчас он будет, как говорится, искупать свои грехи за прошлые разы. Все, ребята, у меня 500 энергии. И мы поехали. А почему с толкателя сразу же, а? У меня Ронин не заточен под то, чтобы толкателя убивать. К сожалению. Так, ну зато у меня есть маленькая чумная мышка, которая разбирается вот с такими вот охламонами просто на изи. Так, у меня и прыгун тут еще затесался. Ух ты, карточку на Джаггера получил. Давно не видел карточек на Джаггернаута. Ронин, выйдешь нормально? Нет, не выйдет. Ребят, вам должно быть известно, да, что этот отряд просто изейший. И он уничтожает любых врагов, потому что он на крит. Это крит-бригада, которая всех рвет в клочья. Тут, смотри, урон, дамаг. Тоже дамаг воздушный, плюс кислотная лужа. Тоже дамаг, прыгун, перепрыгивает через юнитов. Имеет отражение урона обратного врага. Плюс уничтожает воздушные цели и наземные. Ну и, конечно же, наша легендарная ведьма, которая уничтожает и воздушные, и наземные цели. Плюс призывает к себе на помощь нежить. То есть, ну тут просто никто не устоит против этой команды. Нет, устоит, знаешь только кто? Когда у тебя очень маленькое расстояние, да, обычно первая-вторая миссия, только вот, например, начинаешь играть, да, первая-вторая миссия на каком-то замке, и начинаются вот такие юниты, как копейщик, крестьянин, потому что я элементарно не успеваю кого-то вызвать себе на помощь, и меня уничтожает. Только за счет скорости, потому что эти юниты, которые у меня, они довольно дорогие. Ну, ребят, вы видели, да, наверное, кто здесь босс будет? Вот будет вот этот вот ядерный робот. Как-то один из подписчиков сказал: Рейс, играй, пожалуйста, за ядерного бота, он очень крутой. Я не спорю, он крутой, ребят, но надо, во-первых, его прокачать, это раз. И, во-вторых, нужно еще довести до базы. Например, в этот имбовый отряд я его вполне легко могу поставить. Но мне кажется, он не успеет взорваться. Мои ребятушки быстрее уничтожат вражеский замок, поверь мне. Так, что-то я тут немножко отвлекся. Немножко отвлекся, заговорился, как говорится, и у меня тут Джаггернаут вражеский начинает куролесить. Так, давай вызовем ураганчик с тобой. Так, у нас прыгунок готов. Ульту зарядим. Ульту зарядим. Как он меня раздражает, а этот бот-физкультурник. Да. Другого ничего и ожидать не стоило. Обожаю я эту команду нашу. Просто рвет любого. Любого рвет. Так, ну и давай посмотрим нашу сладкую награду. Что нам здесь выпадет? 12 карточек на базу. Так, 12500 голды и робот с ракетами. Окей. Переходим с тобой на долину подданных. Так, здесь, значит, бандит, да? Разбойник. Хм. Так, секунду. Поехали, попробуем этим отрядом. Значит, самурай, мечник. По идее, должны тут отыграть свою роль. Но не забывай, что
бродяга. Он очень мощный критовик. Очень мощный критовик. Так что нужно будет... Вот-вот-вот он идет. В невидимость впадает. Ой-ой-ой. Дамага он, конечно, дает много. Надо его обязательно контрить. Так, давай тыквоголовый. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, подожди, так не пойдет дело. Вот, вот это вот очень хорошо нам поможет вещь, которая замедляет врагов. Ну и, естественно, еще и наносит урон при этом. Ульта здесь как раз в тему, против бродяги. Так, а мы с тобой идем потихонечку, идем. Там рыцарь выпендривается. Ой, бродяга, ребята! Твою ж налево, он уничтожил! А, нанесли урон, блин, нанесли урон. Ладно, ускоряемся, друзья. Как так-то, а? Сам виноват. Сам виноват. В принципе, уровень сам по себе легкий. Бродяга этот как-то просочился, а? Придется переигрывать. И кого же нам тогда взять-то здесь? Поехали, вот этот отряд. Здесь все-таки, как ни крути, щитобот есть. Щитобот, паладин, а для бродяги это, знаешь, непосильные юниты. Ну ладно, он еще может справиться, например, с тем же самым щитоботом. Но вот с паладином ему, конечно, не справиться. Да как так-то? Ребят, тут надо вызывать друидку, хочет этого или нет. Угу. А успею ли я призвать друидку? Нам нужно, чтобы вот этих вот моих юнитов уничтожили. Только в этом случае мы с собой сможем призвать друидку. Давай, сейчас, пускай там бомбит. Друидка, давай ставь, пожалуйста, тотем на отхил. Так, тотем на отхил стоит, все, ребят. Захиляй, пожалуйста, мне базу, а? Захиляй мне базу. Все, продолжаем нашу эпопею. Заморозка. Подожди, я не понял. А что не так? База-то отхилит-то. Подожди-ка, я не понял. Да нет, все, мы должны пройти этот уровень. Я отличил базу, и никакого фейла не должно быть. Ну да, все, отлично. Фу, что-то я запереживал, занервничал. Так, ребят, опять же та же самая команда, но здесь еще и прибавляется крестьянин. Халабуда этот несчастный. Ой, давай, возьмем это. Ой, просто зачем? Зачем? Это же тут крестьянин. Ну, ладно, Ронин нам здесь поможет. Надеюсь, успеем мы его вызвать. Ну, опа, красиво. Так, давай дальше копить. Оп. Так, подожди. Оу. Так, подожди, так тут еще этот идет. На нафиг получил, да? Бродяжка несчастный. От Ронина люлей. Вот так-то будешь знать, хлыщ, на кого наезжать. Так, он опять идет. Ну, он свою невидимость уже потратил, так что нам не страшен он. Ух, что-то напряженно как-то стало. Было только вначале все на изи. А сейчас я уже немножко сомневаюсь. Третья миссия. Так, ну что? Тут у нас опять же этот бродяга. И плюс еще маг, всему прочему. Не было, как говорится, печали. Ладно, расстояние уже приличное между базами. Так что можно немножко и на расслабончике побывать. Копим с вами энергию. Копим энергию и заодно, вот, заодно и контролируем весь процесс. Так. Оп, бродяга, не ожидал, да, что паладин-то выйдет? Не ожидал, засранец. Ой, молотильщик, ну он не уничтожит, конечно, всех здесь. Ой, магистр кислых щей явился и не запылился. Так, паладин, ты готов? Готов. Паладин готов. О, он даже здесь не понадобился. Так, друидушка, выйди, пожалуйста, родная моя. Пора тут разобраться кое с кем.
Но как тут у нас? А у нас тут все хорошо. Я бы даже сказал, замечательно. Мы уничтожаем базу за базой без каких-либо проблем. Отлично, друзья мои, переходим на следующую миссию и смотрим. Предпоследняя, кто у нас здесь? Оу. Тут жрица будет. Тут у нас будет жрица. Слушай, погоди-ка секунду. У меня... мне очень мало энергии на отрядах. Надеюсь, пока мы тут с вами проходим, хотя бы еще по одной энергии накопится к этому моменту. Значит, бродяга и жрица. Ну, жрица сама по себе фуфло. Мы ее снесем. Я даже знаю, как. Ой, крестьянин идет. Крестьянин идет. Ой, как хорошо-то. Как хорошо ты сделал, а? Баллиста, молодец. Так, давай теперь будем этих хламонов всех уничтожать. Ага. Окей, снесли. Так, бродяга. Блин, бродяга сейчас может пройти. Ребят, бродяга! Крестьянин-то, конечно, все хорошо. Фу, забомбили. Успели, успели мы все-таки уничтожить бродягу. Нанести урон он по базе нам не успел. Так, ну что, дальше вызываем некро. Вот ненавижу, когда он проходит, ребят. Ненавижу этого. Так, заморозка. Оп. Не вовремя, конечно, заморозка. Ну да ладно. Лучше так, чем никак. Так, у нас есть с тобой вот эта штука. Ладно, тратим. А вон и бродяжка ползет. Да ладно, он и того, и всех поуничтожал. Ты посмотри, а. И баллисту мне подбил, и некро уничтожил. Что там творится-то, вообще не могу понять. Что? Что-то происходит. Что за куча малая? Эй! Куда ты? А как? А как это так? Жнец его уничтожил, когда он сзади него был. Я что-то не понял этого юмора. Но главное, что хорошо получилось. Так, ребят, последняя миссия здесь. У меня здесь есть какие-нибудь отрядики? У меня отрядики есть, но... твою же налево. Ну, этот отряд, конечно, никуда не годится. Во-первых, здесь король. Все прекрасно знают, что он боится летающих юнитов. Летающих. А у меня из летающих где? Никого нету. У меня только лишь маги. Тыквоголовый и обычный маг. Против короля, мне кажется, это бесполезно. Слушай, хотя у нас ульта есть на замедление. Может быть, все-таки сможем как-нибудь? Давай попробуем. Так, я опять же не посмотрел внимательно. Там был? Был, вот он. Вот он ползет. Ушастый хмыреныш. Ладно, сейчас мы его здесь, ребят, перехватим. Начнем. Вот так и вот так. Сразу два удара ему. Во! Через оглушение пустили его. Круто, карточка на бродягу. Так, ульту я пока тратить не буду. Возьмем тыквоголового. Опять бродяга идет. Ребят, вот теперь придется применять ульту. Окей. Так, эта жрица тут еще хилит. Она если начнет короля хилять, это будет плохо, ребят. Фига у нее там отхил. Ты посмотри, как у нее отхил божественный идет. Так, 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 так. Мага сейчас уничтожит. Не успел. Ху. Блин, слишком долго, ребята, у нас по времени уходит все. Вон он, блин, вышел. Вышел, друзья мои, этот король. Мы вызываем тогда своего деда. Ту-дуть-ту-дуть. Ну, дедуля, вся надежда только на тебя тут, родной. Бабах. Еще удар. Еще удар. Бабах. Шикандос. Просто шикандосик. Да иди ты отсюда, бродяга. Нищеброд, ё-моё, ходит тут. Давай, давай, родные мои. Родные мои, пробиваем базу. Сейчас я еще ульту призову здесь. Но найс. Даже мой старый воин не упал, как ни странно. Фух. Это было круто. Это было напряженно и круто. Так, мы забираем с тобой сундук подданных, и нам здесь выпадет что? Копейщица и маленький эльф. Окей, окей. И переходим с вами на территорию нежити. Ух, ё-моё, сразу летучка. Сразу летучка и сразу голем. Хм,
Я могу только одно, ребят, предположить, выбрать вот этот отряд. Фигня какая-то, да, получается? Ну, видишь, я боюсь, что мы не справимся с тобой с летучей мышью. Не успеем, она стоит недешево, 350 маны, насколько я помню. Но тут голем. А мои вот эти вот ребятушки с големом вряд ли смогут справиться. Чего? Че ты делаешь? Да ну, серьезно что ли, блин? О, да тут фейл. Это фейл уже сразу же, ребят. Заведомо. Ну, давай, давай, ты коголовый. Может быть, все-таки каким-то чудом. Слушай, чудо вроде как сработало. Так, попробуем вот так вот сделать. Да, конечно, тут разбор полетов еще тот. Блин, чумная мышь сзади стоит. Блин, мне надо, чтобы она вышла сюда, вперед. Давай, маг, выходи. О, окей. Сейчас будет все подобротней. Так, два мага. Ох ты, карточка на чумную, но она мне не нужна, потому что чумная мышь у нас уже прокачана. Давай вот так вот сделаем. Плюс ульту. Да ладно, ребят, не может быть. Я этим отрядом смог вырулить. Ух. Ну это найс. Это вообще четко все. Нифига, для меня даже это нежданчик, если честно. Обалдеть, отряд сыграл просто на 100%. На 100% своих возможностей. Так, ё-моё, здесь привидение. У меня энергия-то где-нибудь есть? У меня вот здесь две энергии. Ну этот отряд, понятно, ребята, ему никто ничего не сделает. Никакие там летучие мыши, никакие там привидения. Никто тут не помешает нам, поверь мне. Ага, ага, Ронина. Ну-ка давай. Опа. Ой, Ронин даже порвет этого голема, наверное, да? Порвал уже. Призрак, конечно, да, бесит. Бесит, ничего не могу сказать, но все равно тут будет побед за нами. Так, отражение. Я применю ульту. Уже просто так, для красоты, ребят. Все. Ну, сам понимаешь, против этого отряда бычить лучше не надо. И у нас с тобой... У нас последняя энергия или все-таки где-нибудь накопилась? Давай посмотрим. Тут нету. Ну да, ребят, только лишь одна энергия осталась вот здесь, на этом отряде. Но здесь... Здесь появляется хитрожопый Юдит. Угу. Именно... И занежить. Так, ладно, сейчас мы с тобой начнем вот так вот. Ну, где он там, этот юнит занежить? Где этот служитель тьмы? Выйдет, нет? Наверное, не будет выходить. Пужанулся моего Ронина просто-напросто и сказал, да ну. А вот голема он вызвал. А вон он, вон он, вон он сзади пыхтит там. Так, ульта, вперед. Все, тут песенка спета. Ну что, друзья мои, вы сами прекрасно видели всю нашу игру. Довольно неплохо, я считаю, сегодня сыграли. Да, были, конечно, фейлы, но опять же, как говорится, недооцениваю я врага. Не получается у меня пройти идеально все уровни. Так, может быть, все-таки откатилась где-нибудь? Где-нибудь энергия откатилась, а? Нет, нет, друзья, не откатилось. Так что будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И эта серия посвящалась тем людям, которые просили у меня: Рэй, сними Tower Conquest. Так что вот, ребята, ловите серию. Всем пока и до скорого. Удачи вам.